Приветствую вас на канале Елена Сад и Огород. Сроки посева томатов на рассаду зависят от региона выращивания, сорта и от места выращивания, в теплице или в открытом грунте. В теплицу рассаду можно высадить на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Поэтому посеять семена можно будет в более ранние сроки. Оптимальный возраст рассады для высадки в грунт или в теплицу – 60 дней. Рассаду высаживать на постоянное место, когда температура почвы прогреется до плюс 15 градусов. Оптимальная температура воздуха для хорошей приживаемости рассады – плюс 20-25 градусов. Для того, чтобы рассчитать дату посева томатов на рассаду, необходимо от планируемой даты высадки рассаду в теплицу или в открытый грунт отсчитать назад 70 дней, где 60 дней – это период роста рассады, а 10 дней – это время на прорастание семян и на адаптацию рассаду после пикировки. Например, если вы в теплицу рассаду высаживаете 15 мая, тогда сеять томаты нужно будет 7 марта. Если вы хотите собрать урожай в определенные сроки, то в этом случае нужно рассчитывать дату посева согласно периоду созревания, который указан на упаковке семян. К примеру, если хотите получить первый урожай в середине июля, тогда необходимо от желаемой даты 15 июля отсчитать назад, в моем случае это 110 дней, которые указаны на упаковке, и еще 10 дней на прорастание семян и адаптацию рассады после пикировки. Дата посева для этого среднеспелого сорта получается 18 марта. Таким же образом можно будет рассчитать дату посева для любого сорта. Если вы предпочитаете сеять по лунному календарю, то для посева томатов подойдут следующие благоприятные дни. Спасибо за просмотр. Если видео вам было полезно, ставьте лайки и пишите любые комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные ролики.